Спираль времени. Время – это линейка из прошлого в будущее, но закрученная спиралью. Если подняться над этой спиралью, то можно обнаружить одновременность различных периодов жизни. Стоит только протянуть руку. Одному я, да другому я, из своего прошлого. И они соединятся в радостном рукопожатии, разрывая полотно времени. Вот в чем разгадка одинаковых, повторяющихся ситуаций в жизни. Просто они происходят параллельно, с разными аватарами «я». А наше высшее «я», вневременной медузой, парит над срезами времени, запуская в спираль свои любознательные щупальца, на конце которых проживают свою земную жизнь, прилежно собирая опыт разные исторические «я». Спираль времени.